Друзья, всем привет! Сегодня сделаем птичку. Для этого возьмем скорлупу от орехов, шишку, кору от дерева. Это у нас семена от клена, две ракушки, элемент от веника и ветку. Для начала нам нужно соединить вот эти вот две половинки скорлупы. Наносим клей, термоклей, соединяем. Дальше возьмем шишку, покрутим, повертим, посмотрим, где лучше соединить нам, как состыковать. Примерно вот так вот. Здесь также посмотрим, где у нас верх, где низ. Наносим клей, фиксируем. Так, вот так вот лучше. Немножко держим, чтобы подстыло. Итак, у нас зафиксировалось, приклеилось, но немножко криво. Но я думаю, пусть будет так. Это даже на руку, скорее всего. Далее возьмем ракушки, нанесем клей. По одной будем приклеивать. Зафиксировали. Снова наносим клей. Берем вторую. Зафиксировали. Так, далее. Далее сделаем ноги, лапы. Смотрим примерно толщину. Откусываем. Нам нужно два отрезка. Вот так вот пусть будет. Наносим клей. Втыкаем. Лишнее обрежем. Дальше возьмем семена клена. Сделаем лапы, когти. Обрываем вот так вот. Соответственно, нам нужно две пары. Сюда приклеим еще одну. Вот таким образом. Сюда клеим также. Теперь когти приклеиваем к птичке. Наносим клей, фиксируем. Еще раз фиксируем. Дальше сделаем хвост птички. Возьмем также семена клена. Нанесем клей вот сюда погуще. Вставляем. И еще одну. Сделаем птичке хохолок. Для этого будем использовать элемент от веника бытового. Так вот распушаем. Обрезаем. Сразу фиксируем. Держим некоторое время. Далее наносим клей. Таким вот образом. И фиксируем хохолок. Лишний пообрезаем. И можно еще вставить. То есть сделать погуще, пока клей не застыл. Теперь возьмем строительный маркер. Изобразим глаза. Нарисуем зрачки, то есть. Также ноздри. Теперь приклеим птичку на место, на площадку. Ну вот, работа закончена. Вот такая вот древняя птичка получилась. Но скорее больше на птенца похож, конечно, сидящий в гнезде, ждущий мамку. Ну, в общем, такой вот экземпляр. У меня на этом все. Друзья, пишите комментарии. Может, у вас какие-то мысли есть, на кого похож это существо. Кого напоминает. Пишите, комментируйте. Ставьте лайки, дизлайки, кому как нравится. В общем, у меня все. Всем пока, до встречи на канале.